Всем привет, ребят. Ну что, думаю, вы увидели уже трешачок, увидели Фрейю с девятым пактом, просто 6. Видели Огника, я его еще дальше покажу с другими рунками. В общем, тоже мега эпический герой. Будет у вас еще и тыковка, не знаю, или перед этим видосом, или после этого видоса. Этот видос, скажем так, и про обнову на английском сервере. Я уже не стал ее снимать, так как завтра будет русская, я уже в русском вам полноценно все засниму. Для тех, кто играет на US-ке, они, в принципе, могут посмотреть то, что было на китайке. А, новый талантик есть, здесь он продается сегодня у нас на рынке за 100 баксов, в принципе, куча плюшек. Ну, оно мне, по сути, сейчас не надо. У меня и так оно есть для теста. Продают 5 новых рун. Я вам уже, в принципе, показывал, где их забирать. Я сегодня забрал вот такие вот плюшечки, мне, в принципе, смысла сейчас донатить нету. Завтра будет обновление акции, можно будет позабирать что-то интересное. Забрал питомцев. В общем, обнова очень-очень интересная для многих. Для многих нет. Так, забираем плюшечки. То есть, видите, на каждом сервере надо иметь немножко запас самоцветов. Так, забрали мы рунки. Так, что у нас? Музычка наша. Про что у нас сегодня видос? Так вышло, что вышла обнова одна, вторая. У меня нету времени, я вам пилю видосы с разными героями, прокачками. И у меня нету времени на английский сервер. И хочу сейчас китайку поднимать в топ. В общем, у нас уже потрачено на аккаунт 3 миллиона самоцветов. Вы скажете, о, это дохрена. Ребят, это нормальное явление. Ну, мы сейчас сделаем обзорчик этого аккаунта. Сегодня обнова, посмотрим, что у нас есть. Я вам показывал там на миллион, что у меня было. На 2. И сейчас вот у нас сегодня уже 3. Может, даже больше немножко. Уже даже больше. Сейчас посмотрим. Ну да, свыше 3. Дальше оно не показывает, к сожалению. Ну, где-то плюс-минус там немного разница. Что у нас есть? Вот вышла обнова, куча плюшек. Это уже можно, в принципе, открыть. Вернуть назад за камни. Ну, смотрим по расходникам. Книжечки я буду докачивать алтарь. Покажу вам сейчас, мы дойдем до алтаря. Эссенции тоже их не скупаю, как видите, 37 миллионов практически. Вот такие я уже сливал очень много, потому что у меня кгшек хватает здесь 11 миллионов, это при том, что я героев качаю по максимуму. Так, ну, кулаки 8 миллионов, я их продаю на золото, их, в принципе, некуда девать. Я думал, что будут новые эти за кулаки, к сожалению, как видите, их надо ловить. Так, у нас есть, а, у меня же десятка, новый скин я забрал сегодня с рынка. Давайте сейчас его активируем. А, его я вам тоже уже показывал. Показывал, откуда можно его достать. В принципе, скин мне понравился. Огнекрыл тоже с живой понравился. Таланты, конечно, эпические. Придется половину алтаря перекачивать. Ну, что у нас по расходникам? Ну, куча вот карт есть. Кристаллы мне еще ТП-шка должна вернуть. Ну, коробки здесь тратятся, я уже не раз показывал. Таланты тоже, в принципе, у нас все есть. Для прокачки нужно будет только камни. Чары немножко некоторым героям придется нам перекачать. Так, у нас есть кристаллы. А, это у нас, по-моему, остались. Мы так и не добили их. Так. Что у нас еще интересного? Ну, в общем, такие вот таланты, плюшки. Как вы знаете, аккаунт где-то около, я не знаю, наверное, 2 месяца. Надо посмотреть. То есть я особо не вкидывался в прокачку. Мы бы уже прокачали все, если бы я там особо загорелся. Но я не спешу. Так, ну это пошли у нас уже рунки. Тут пятерки в основном все пооставались. Давайте откроем эти сундучки. Ну, по 100 дали, 60 книг, отлично. Это интересно. Что там у нас еще из плюшек?
героев, как бы герои все, кроме нового, нового мы тоже заберем. Так, сумки есть с выживанием, 79 Prime пакетов. Давайте их пооткрываем сразу, потому что мы будем скоро качать руны. Заснимаем видосик с рунами. Так, закрыли. Я просто ждал, когда накопится, пооткрывать. Так, герои, понятно все. Ну, в общем, как видите, и героев куча, и у меня самоцветы практически не тратятся. Вот у нас затонено там 3 миллиона самоцветов, да. Вот с них мы потратили только 1 000 000, ну, посмотрите на силу, 500к, куча ресурсов, и 2 миллиона есть. На русском такого даже приблизительно нет. Так, ну, это у меня пятерки, это тоже мы потом пооткрываем будем руны. Вот паки с питомцами. Я потом в конце поставлю на открытие. У меня питомцы уже тоже практически все докачаны. Поехали посмотрим, что у меня там по питомцам. Вот 35-й, 2735-й, 35-й. То есть в районе 2000, тут 4000. Тут почти 6000. Не знаю, может там есть ограничения, скоро мы его достанем. Вот сегодня прокачаются еще герои, уже будут с девятками, думаю, все, как видите, все питомцы уже идут на максимальную прокачку. Пошли сразу по смотрителям. Смотрители я тоже не забирал, как бы не особо спешу, будет один базар, мы в принципе все докачаем. Вот у меня 45-й, 48-й, по-моему, максимальный. Ну, как видите, тут надо будет один или два, может, 2 или 3 базара, чтобы прокачать. 200, по-моему, потом по 2400 идет. Так, с этим мы разобрались, поехали, посмотрим сразу же эмблемы. Ну, пятерки, давайте так, с пятерок посмотрим. Тройки, четверочки, ну, их тут не особо, пятерки. Тоже я стараюсь их. Вот ремок полно, будем качать ремки. Шестерки. Шестерок тоже немножко. Я открывал сундучки как-то. Ну, семерок, конечно. Да, ребят, это я не усиленно их скупаю. Вот так они копятся постепенно. То есть, видите, для восьмерок будет хватать вполне. Такс. С этим мы, в принципе, разобрались. Поехали. Осколки посмотрим, что у меня есть по осколкам. В принципе, герои, ну, осколки я показывал вам роллинги за осколки, там что падает, то есть, скажем так, в основном герои есть нужные, некоторых нету. Я, так как на основе не коплю эти сундуки, не везде играю, поэтому многих героев нет, самые такие топовые, которых продают, есть. Поехали в алтарь. Даже в алтаре у меня все герои есть. Кроме нового, они все прокачаны. Просветы сотые мы доделали. Видите, здесь еще рунки есть. Седьмые, ну, эмблемки. То есть герои, в которых я там, малышеники. Вы думаете, может, зависло? Нет, не зависло. То есть куча разных талантов. Героев с талантами я вам уже показывал. Тут еще надо будет позаморачиваться, подокачивать, силу поднять выше. Будем выходить постепенно в топ. Ну, тут придется потом Ронинов сливать. Посмотрим по ситуации. Тоже у меня это чисто тестовый сервер. Поэтому я не особо спешу выходить. Ну, вот гарнизон у нас таки есть. То есть, как видите, 500к у меня прокачанные. То есть, герои у меня по судьбе только единственное там пару локаций. И пару нормальное еще вам видео не повылаживал. Тут тоже 1020, ну не 20, 1010 минимум можно еще набить. Тут не прокачано. Мы качали уже. Есть некоторые две вот. Это новое не прокачано. Надо будет сделать бугимена вам на завтра. То есть есть еще что качать. Кстати, хочу посмотреть, что у меня новое. Ну, новая локация.
У меня уже герои под нее практически прокачаны. Так. То есть вот так вот. И, по-моему, еще не вкачано. Потом вариант будет с алтаря вот это все сливать. Гарнизон, чтобы выходить дальше по силе и прокачивать опять же ронинов. Ронины тут все с восьмым ожогом. Просто по приколу ожог падает, я качаю ронина. Вот. Так, ну что у нас еще тут интересного такого есть? В принципе, вроде так бы прошли все. То есть, как видите, на английском сервере в чем плюс в этом, говорите, доната много. Да, донат тут стоит вроде и дороже, чем на русском у нас. Но какой плюс? У вас получается, остаются самоцветы, у вас офигенные плюшки, офигенные герои, куча ресурсов для прокачки. По сути, самоцветы у вас на аккаунте остаются. На русском такого нет. Вы выбиваете героя, вам надо ресурсов до хрена на прокачку, у вас их просто нет. У вас есть просто самоцветы, поэтому на этом сервере самоцветов меньше, чем на основе. А по сути, аккаунт прокачан получше. Здания, конечно, у меня не качаются, я не особо спешу. Здесь продают кучу молотков. Кстати, поехали. Я стараюсь забирать все время итемы отсюда, я уже показывал, я на основе собрал 1400 карт на пришествии, давно их собирал, я всегда их скупаю, где продают по 2. Вот теперь вот так настало им применение, будем трешивать, выбивать красные камни, посмотрим шансы. Ну, я уже шансы вам в принципе показал на китайке, что падает очень и очень плохо все. Возможно, починят, посмотрим. А может и нет, может в этом вся суть. Ну, в общем, за донат их продают. А что у нас еще интересного тут есть? Ну, кристальный сундук, это я потом посмотрю. В принципе, по скинам. Давайте скины еще покажу, не показывал. Скины. Ну, вот новые. У меня Махатмы нету. То есть вот такие вот, это те, которые не докачаны. И пошли остальные десятки, то есть по сути уже тоже практически все собрал на русском, намного больше, за сколько лет игры, тут за 2 месяца уже практически все собрано. Такс, что у нас тут? Также, кстати, идет, вот будут делать новые плюшки, можете участвовать, там опрос идет, какие вы хотите увидеть новые статуэтки. Поехали посмотрим на Tower of Gifts. В общем, вот так вот, ребят. То есть, по сути, обнова сама очень интересная. А, это давали плюшки. Сейчас мы зайдем, я буду пока открывать сумки с питомцами. Потому что нам надо все-таки подкачать героев. Что интересного, новый талантик у нас еще не протестирован, я его протестирую, опять же, не знаю, когда выйдет, до этого видоса или после видео. По идее, он там с набором, но там есть кулдаун 2 секунды, то есть там непонятно, что лучше будет. Конечно, наверное, будет лучше его ставить, по сути, он как воодушевление, но дает набор раз в 2 секунды сразу же на максималке, там нормальный прирост 80, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, по тестам я потестирую тыкву, поставлю исцеление, поставлю воодушевление рунами. На китайке есть возможность, а здесь есть возможность это сделать, до этого мы дойдем. Там просто есть возможность 13 прокачать девятку на тыковке. Атака фортов, интересно, какая будет карта, думаю, на этих выходных она уже должна быть, если там не перенесли время, тоже по тестам. По талантам, конечно, жесть полная, перекачивать надо будет очень много, плюс то, что ремки можно качать, там корки можно, пятые таланты, которые стоят, их тоже можно поднять до 8, получить определенные плюшки. Разброс, кстати, очень радует, будем его тоже тестить скоро на девятке. В общем, обнова, скажем так, принесла очень много плюсов и минусов. Минусы, как обычно, будет еще больше разрыв донат без донат. Вообще, я не знаю, как будут без доната теперь против доната воевать. Вариантов очень мало. Ну, если прокачать там оживу, я уже показывал, я не крыла с оживой. Там других героев тоже покажу с оживой.
будет очень интересно. Это же для Бездона будет шанс что-то доказать донату. Но опять же, это все условно, потому что бездонатный аккаунт не прокачает там 8-е, 7-е руны, ему будет очень сложно эмблемки получить, накачать себе там чар топовых. Ну, так было, в принципе, всегда, но разрыв с каждым разом все больше. Как видите, продают на китайке плюшки вообще нереальные уже. Я не знаю, что будет на русском или у нас будет все так же. Я, в принципе, хотел бы, чтобы было все так же, потому что на китайке там уже просто жесть начинается. Английский номер 2, но там свои нюансы, тут свои. Посмотрим, не знаю, давайте так, у нас закончились открытия. Вот открытие очень удобно. Поехали, посмотрим на наших питомцев. У меня еще битва гильдий. Еще, в общем, надо много всего мне пройти. Не успеваю. Поехали, посмотрим. Вот видите, чуть-чуть не хватило до 34-го. Тут улучшим. Да, не всем дала, не всем дала возможность проапгрейдить. Видите, тут уже как бы вопросов по питомцам практически нет. Еще немножко докачать там до девятки. Все будут там еще немножко силы прибавиться. В общем, вот так вот. Вот такие вот пироги у нас. Да, английский сервер, конечно, в плане плюшек топовый. Будем тоже пробовать дальше все качать, выходить тоже в топ. В принципе, обновы этому способствуют. Спешить особо некуда. Как видите, здесь огнекрыл уже дешевле намного-намного стал. Он будет еще дальше дешеветь. Я думаю, под Новый год они сделают следующий обнове нового героя. Мой, возможно, донатного, интересного. Посмотрим. В принципе, так вроде как бы все. Рассказал вам, показал. То есть такой вот у нас аккаунт получился, герои есть все, прокачки офигенные, куча ресурсов, куча всего, на русском сервере совсем не то. Кстати, надо улучшить. Вот так я прокачиваю постепенно себя, не спеша, здание до 25-го, как бы спешить особо некуда. Так, в принципе, вроде как бы все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах, я вечно забываю говорить про конкурсы есть все время, поэтому смотрите внимательно, всем удачи, всем пока.